Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как пройти пятый квест в Pet Simulator X и получить эти сани. Я вам подробно расскажу, как пройти пятый квест за 2 часа. Давайте переходить к способу. Вот я уже на главной страничке. И я вам сейчас покажу подробный способ, как пройти пятый квест в Pet Simulator. Для этого нам понадобится любой сервер. Допустим, берем, заходим, нажимаем на эту кнопочку. У нас все запускается. Так, запускается. И загружается. Ну и вот мы зашли на сервер. Что нам нужно делать? Итак, первый пункт. Первый пункт — это нам нужно зайти на какой-то любой сервер. Во втором пункте нужно купить порталы. Первый портал нужно купить в спаунворде в Glacier, потому что когда мы телепортимся в эту локацию, мы видим всю локацию. Ну, короче, вы поняли. И мы будем смотреть, есть ли домик на этом острове. Потом нам нужно купить в порталс. Мы опять же телепортируемся и выходим во все порталы. И когда вы входите, у вас может быть в каком-то локации быть домик. И так. И еще вам нужно купить телепорт в Стэмпанк. Это как бы тоже как середина локации Тэчволда. И давайте я вам все покажу, как нужно. Заходим мы на сервер. Вот мы зашли на сервер, и мы телепортируемся вначале в локацию Glacier, как я вам и говорил. Мы телепортируемся, ждем, пока заспавнятся все монетки. Я здесь подождал где-то 2 минуты, ну, в общем, ничего не заспавнилось. Давайте перейдем в локацию, телепортируемся к порталам. Заходим в первую локацию. Так, здесь видим, домика нету. Потом выходим и телепортируемся в эту локацию. Так, здесь есть подарок. Теперь телепортируемся в Candy Island. Здесь забагалось все. В Haunted Island. Hell Island. Так. Ну, какой-то баганый сервер. Ладно, давайте какой-то другой перейдем. Итак, я, блин, не записал, но я телепортировался, и в этой локации я нашел домик. Он стоял вот здесь. Я его сломал. И давайте я вам, блин, еще раз покажу. Так, опять я зашел, и это баганый сервер. Я сейчас взорвусь. Короче, вы вот так ходите по серверам и ищете.
Вы ходите, ищете, телепортируетесь на все локации, на все острова. Давайте телепортируемся в локацию Глейсер и надеюсь, что здесь будет домик-то. Как вы видите, у меня есть уже этот скин. Так. Домика что-то не вижу. Ну, я думаю, вы принцип поняли. Итак, давайте, если вы хотите, чтобы я показал, как сделать четвертый, все квесты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, я вам помог получить этот ховерборд. То есть сани. Такие прикольные сани. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока. И не забывайте нажимать на колокольчик.